Итак, добрый день. Сегодня снова знакомство с чашами от 11 до 12 сантиметров. Одна тут есть, правда, 10 с половиной. Не попала почему-то в прошлый набор. Вот, ну, сделаем опять такое вначале сравнительное их общее звучание, а потом уже со временем каждую отдельную чашу запишу тоже.
Легкие слишком, да, выскальзывают они из рук немножко. Попробуем еще раз. Но все-таки это full moon, у них плотнее металл, поэтому ну, на таких маленьких чашках раскрутка была бы, конечно, великолепна, но мы такую даже от 5 металлов не ожидаем. Это только с непальскими чашами, наверное, может происходить, с черными. И с 7 металлами. Но широта звука full moon есть full moon. Следующими, наверное, будут чаши сейчас 13 сантиметров.